Тема дня на телеканале «Лот», и я приветствую всех наших зрителей. Сегодня мы говорим о развитии молодежного движения на украинской Луганщине. У нас в студии Инна Осипенко, директор Луганского областного центра поддержки молодежных инициатив и социальных исследований. Здравствуйте. Здравствуйте. Инна, вот год назад ваш молодежный центр вместе со всеми общественными государственными организациями был вынужден сменить место своей постоянной прописки и из Луганска переехать на подконтрольную украинской власти территорию. А вы сейчас находитесь в Северодонецке. Расскажите, как вы переезжали, с какими трудностями столкнулись? Ну, говоря о переезде, вспоминая то время, наверное, больший осадок остался от того, именно как все начиналось, с чем мы должны были столкнуться, а не уже сам процесс переезда. Когда только начинались все массовые беспорядки и захваты зданий, вот тогда чувство страха было гораздо больше. Потом, когда действительно центр на время прекратил время своей деятельности, и мы дождались распоряжения нашего губернатора о том, что все государственные учреждения и остальные, не только государственные, должны были перемещаться на контролируемую территорию, мы не были исключением и точно так же начали перемещаться. Благо, все наши сотрудники со всеми все в порядке, все живы-здоровы, мы созванивались на протяжении этого всего времени и уже, наверное, в сентябре начали процесс перерегистрации, переехав все в Северодонецк. Нам было выделено помещение в ДЮСШ номер 1. Замечательный коллектив нас встретили очень, очень хорошо. То есть от столовых стульев до бумаги, ручек нам на время все это предоставили. Ну, в общем, очень хорошо встретили. Мы начали заниматься перерегистрацией во всех органах. И, собственно говоря, к октябрю месяцу, к концу октября у нас уже были готовы все документы официально, готовы были печати, сотрудники съехали. И мы начали работать. Коллектив весь удалось сохранить или кто-то все-таки остался? Коллектив, к сожалению, не весь удалось сохранить. Были свои трудности у всех семьи, были свои моменты. Некоторые сотрудники были вынуждены уволиться, так как переехали на другие территории. Но мы восполнили в течение года, восполняли наш коллектив, и в него влилась, так скажем, новая кровь, чему я очень рада. Это все огромные специалисты, замечательные люди. Поэтому, ну, собственно говоря, мы движемся в хорошем направлении. Северодонецк – город молодой. Здесь всегда было очень много молодежных организаций, общественных, которые проводили множество разнообразных мероприятий. Скажите, как вот вы с ними нашли общий язык? Сработались ли? Говоря о том, что нам часто задают этот вопрос, и говоря о именно сотрудничестве с молодежными общественными организациями, с молодежными лидерами, активистами, конечно, когда переезжаешь и, собственно говоря, никого не знаешь, возникали некоторые сложности, даже, наверное, не сложности, а некоторые неудобства. Как позвонить, как сообщить о том, что мы, как распространить информацию вообще, что мы здесь. У нас были до этого времени, центр существует с 2003 года, то есть в этом году центру было 12 лет, и у нас были уже наработки, то есть мы тоже не молодая организация. И у нас были и свои партнеры в Северодонецке, и по районам, и в городах области. Поэтому кое-кого мы знали, с кем-то познакомились. Я не могу сказать, мне не на что пожаловаться, что нас где-то не приняли, или кто-то отказался с нами сотрудничать. Любая наша инициатива поддерживалась как со стороны вышестоящих организаций, администрации, управления, так и со стороны молодых активистов. Ну вот просто огромное спасибо. Поговорим вот о молодых активистах. В Северодонецке гораздо меньше студентов обучается, чем обучалось в свое время в Луганске. Или же те, которые переехали, вынуждены обучаться дистанционно. Вот тот актив, на который вы опирались в Луганске. Как сейчас обстоят дела с ним? Есть ли на кого положиться вот в Северодонецке? Понимаете, во время переезда у нас действительно возникли сложности, точнее не у нас, а у общественных организаций возникли сложности с переездом, даже не столько с переездом, сколько с перерегистрацией. То есть были утеряны какие-то документы, были утеряны печати. Это все восстанавливается не так просто, потому что не только мы, но и все люди столкнулись с такой ситуацией впервые. У нас не было, ну, вот таких вот, скажем, сложных ситуаций. Конечно же, наверное, большую часть
часть нам не удалось, к сожалению, сохранить. И много, вот та база молодежных активистов, общественных организаций осталась на неконтролируемой территории. Мы надеемся, что они переедут или мы снова воссоединимся, очень на это надеемся. Потому что за 12 лет центр действительно наработал огромную базу. Но вот, но нам есть чем и похвастаться. В Северодонецке много и активистов, и общественных организаций. Это и общественная организация «Сами», Северодонецкая молодежная рада. И много у нас по области, мы контактируем со специалистами управления молоди и спорта в городах, районах. У них есть тоже свои организации, мы с ними контактируем. То есть опереться есть на кого, собственно говоря. И есть лидеры, с которыми мы сотрудничаем сейчас. Если есть какая-то инициатива у них или у нас, мы созваниваемся, сотрудничаем, делаем какие-то большие или маленькие проекты. Это или областные конкурсы региональные, или какие-то небольшие молодежные акции. Ну, в общем, есть на кого опереться. За последний год вы провели в Северодонецке немало мероприятий. Вот одно из них, а именно хип-хоп баттл. Я предлагаю сейчас вместе с нашими зрителями посмотреть. Это сюжет из наших новостей. Вашему вниманию, пожалуйста. От самых маленьких до взрослых, от любителей до профессионалов. Все участвовали в первом северодонецком хип-хоп-баттле. Организаторы соревнования, Центр поддержки молодежных инициатив и Комитет современной хореографии говорят, что такие соревнования объединяют молодежь. Между участниками и современной школ, и независимо от того, где занимаются дети, это сольное выступление тех, кто нигде не занимается. И мы сегодня захотели объединить и, естественно, поощрить детей в том, что они вносят свой вклад в танцевальную культуру. 9 солистов и 3 коллектива участвовали в первых соревнованиях. Самым маленьким хип-хопером от 3 лет. Это скорее была дружеская встреча для того, чтобы мы смогли показать всем людям, что танцевать можно в любом возрасте. И хип-хоп может учиться абсолютно каждый человечек. Принимать участие в битве могли все, кто хотел показать талант хип-хоп-танцора. Оля занимается современными танцами полгода и очень довольна, что приняла участие в соревновании. Я поначалу так испугалась, но потом, когда я станцевала, меня взяло облегчение. И такие мысли стояли. Ну, слава богу, что я так потанцевала. Все хип-хоперы получили грамоты за особый вклад в танцевальную культуру. После награждения участники хип-хоп-битвы и все желающие приняли участие в танцевальном флешмобе. Организаторы обещают проводить такие конкурсы в Северодонецке чаще. Скажите, какие еще мероприятия вот вы провели и сколько вот интересует, сколько молодых людей, молодежи Северодонецкой области были задействованы на них? Ну, вы знаете, до августа месяца мы вели некую, ну, вот просто для себя некую статистику, сколько посещений наших мероприятий было, сколько задействовано людей. И вот до августа месяца у нас насчитывалось более 2000 задействованной молодежи в наших мероприятиях. Это и региональные конкурсы. Конкурсы, один из моих любимых конкурсов, это «Молода людина Луганщины» для одаренной молодежи. На самом деле, почему он мне так нравится? Потому что огромное количество ребят, которые подавались на этот конкурс, мы выбирали и лучшего волонтера, лучшего социального работника, лучшего общественного деятеля. Там масса, на самом деле, номинаций, и это вот конкурс, где выбираются лучшие из лучших. Этот конкурс известен вот в области, да. А в этом году он проводился? В этом году, да, он проводился, в том году он не проводился в связи с тем, что он припадает именно на июнь, вот, и из-за вот сложной ситуации мы не проводили его, но награды мы раздали почтой, отправили заочно. Всем участникам, да, заочно. Вот. А в этом году мы его провели как положено, совместно с губернатором, он награждал ребят, они получили памятные подарки, красивые фотографии. В общем, в этом году он удался, и было очень большое количество заявок на этот конкурс, было над чем поработать. В этом году... На следующий год вот продолжение темы «Молодой людины». Обязательно будем проводить, если, дай бог, на нашей земле будет мир, и, конечно же, мы будем проводить. Это очень хороший конкурс. Это действительно конкурс выявления и поощрения вот
такой одаренной молодежи у нас на Луганщине. Конкурс молодого литератора мы в этом году проводили, где выявляли лучшего в области прозаика, поэта, публициста. Ребята тоже получали свои награды, и это хороший старт для них, если они будут принимать участие во всеукраинских конкурсах, на международных конкурсах литераторов. Это вот, ну, такой хороший старт, я считаю. Также проводилось огромное количество молодежных акций. «Мова, песня, еднание» — это на Площади Победы. Мы проводили акцию, задействовано было очень много молодежи, очень много согласились прийти, спеть вот эту общую песню «Червону руту» мы тогда пели. Безумно красиво получилось тогда, и съемка красивая получилась, очень красиво. Это были и всеукраинские конкурсы КВН «Проти ненависті». Мы его проводили совместно с нашими партнерами из Министерства молоді та спорту, совместно с нашим управлением молодежи и спорта при их поддержке. Хорошее, очень красивое мероприятие получилось. Скажите, вот послевоенное время, время во время АТО, да, вот такая тавтология, но тем не менее, внесло свои коррективы вот в цели мероприятия, в их направленность, в их посыл зрителю? Безусловно, безусловно. Если раньше мы несколько не акцентировали свое внимание именно на патриотическом воспитании, на сознании молодежи, конечно, мы очень аккуратны в этих моментах, потому что мы работаем с такой частью людей, это молодежь, да, от 17 до 35 лет, которая находится в таком, знаете, романтическом возрасте. Вот. И тут главное быть аккуратными и не передавить с этим, иначе мы можем получить обратный эффект. Вот. Поэтому, конечно же, нам бы хотелось, чтобы мы были все едины. И мы делаем, но мы делаем это не посредством давления или какого-то заставления, возможно, а именно через наши мероприятия, через туристические лагеря, которые проходили у нас в Карпатах, которые проходили во Львове, через туристические поездки в страны ближнего зарубежья. Молодежь была в Чехии, была в Словакии. Это мы делали совместно с департаментом образования. То есть теория – это прекрасно, и молодежи здесь можно рассказывать о том, что как красиво во Львове или как красиво в Чехии, но лучше один раз показать. То есть теория всегда проиграет практике, и поэтому мы делали в этом году нажим именно на такого рода мероприятия – показать, рассказать. Пусть молодежь сами, не по чьим-то высказываниям или навязываниям, пусть они сами сделают вывод, как красиво, как замечательно в других городах, как интересно знать свою историю, как интересно самим на это посмотреть. Я также предлагаю перейти нам вот от разговоров к практике и показать нашим зрителям еще одно мероприятие, которое вы организовали, это кинопоказ. Явление не новое для Северодонецка, но тем не менее, как вот оно прошло, когда его организовал молодежный центр, я предлагаю посмотреть. Попкорн, большой экран, свежий воздух и довольные лица детей. Третий за этот год кинопоказ под открытым небом «Единое кино повитря» собрал северодончан во дворе городского дворца культуры. Сегодняшнее мероприятие, мы его назвали «Единое кино повитря». Это такая детско-молодежная акция, где проходят показы мультфильмов, фильмов. В основном мы хотели собрать аудиторию молодежную, детскую, для молодых семей, образовать такой, так сказать, досуг. Перед началом кинопоказа для детей выступили аниматоры. И каждый мог поучаствовать в викторине и выиграть призы. Вот папа сказал. Письменник, автор сценарию, как называется? Мультфильм для просмотра выбирали сами зрители путем интерактивного голосования. Цель такого кинопоказа – объединить людей, говорит Ольга Лишик. Такі заходи дуже потрібні для нас, тому що це об'єднує людей, заставляє їх спілкуватися, дозволяє їм якось розслабитися. Вечірній кінопоказ в Сєвєродонецьку нікого не оставив равнодушним. Сюди прийшли не тільки діти з родителями, но і взрослі. Своих внуков и деток у нас маленьких нет, но понаслышке мы услышали от соседей, от коллег в интернете, что такое, и пришли посмотреть. Очень довольны, очень интересно. Показы хорошие, интересно. Ну, нравится то, что вот это вечер, оно вот это темень, и экран вот этот, свет, оно очень красиво.
Такие кинопоказы будут проводиться каждую неделю. Организаторы обещают, что фильмы будут выбираться по интересам и для детей, и для старшего поколения. Некоторые мероприятия вот для области уже стали традиционными, некоторые вы проводили впервые в нашем регионе. Расскажите, а как вот вы выбираете, что нужно провести именно этот флешмоб или эту акцию? В этом году, конечно же, в своей работе мы руководствуемся нашей региональной программой, которая входит в государственную программу. В этом году она заканчивается. Это была региональная программа «Молодь Луганщины 2011-2015». У нас уже готов проект новой региональной программы на 2016-2020 годы. Мы ждем сейчас министерскую программу, чтобы ее туда включить. Конечно же, у нас есть свой уже устоявшийся план, который мы разрабатываем в начале года. Но ввиду того, что есть некая потребность, заинтересованность, у нас опять-таки есть активисты, которые приходят к нам со своими идеями. Хотелось бы провести вот кинопоказ. Давайте проведем кинопоказ. Что, собственно, для этого нужно? Посидели, подумали, потратили там пару часов времени и придумали, почему бы нет. Обсудили технические стороны. Было желание вот именно по поводу вот песня «Мова еднання», когда мы пели «Червону руту». Был некоторый активный состав, который говорит, мы бы хотели акапелла спеть, вот именно в День области, это было ко Дню области, мы бы хотели спеть. Есть чудесный коллектив, девочки очень хорошо поют, они говорят, мы даже начнем все, вы только нас поддержите. Ну, с удовольствием, почему бы не поддержать? То есть они возникают вот спонтанно. Есть чья-то идея, кто-то написал, мы есть и в социальных сетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, у нас есть сайт «Спільнозуправління молоді», это спорту. И есть какие-то пожелания, есть телефон, много знают, где мы находимся. Если кто не знает, мы находимся на улице Федоренко, 33, в детско-юношеской спортивной школе. И вот туда уже заходят наши ребята, поэтому вот они возникают спонтанно на самом деле. То есть можно вот так вот найти вас в Фейсбуке, к примеру, постучаться в друзья, написать сообщение какое-то, вы ответите, отреагируете? Обязательно. А вот само название вашего центра, Луганский областной центр поддержки молодежных инициатив. Uh-huh. А как именно вы поддерживаете вот молодых людей Луганщины украинской, которые обращаются к вам за помощью? Мы стараемся, это одна из наших задач, и, собственно говоря, наша цель, которая исходит из нашего названия, мы стараемся поддерживать как только можем, создавать хорошие условия экономические, финансовые. Если какая-то нужна финансовая поддержка, и она вполне нами осиливаемая, то мы можем и такую поддержку предоставлять. Это методическая какая-то поддержка. Допустим, кто-то хочет написать проект. Есть вот общественная организация, которая хочет написать проект, у них есть своя мысль, своя идея какая-то, но в силу молодости и какой-то неопытности, они просто не знают, как это правильно оформить, подать, допустим, нашим международным донорам на грант, предположим. Точно так же мы делали это не один раз, и мы знаем, как это делается, как это правильно сделать, чтобы не возникало никаких вопросов. То есть это вот та самая методическая поддержка. Мы помогаем его оформить и его подать, потому что существует огромное количество международных благотворительных фондов, которые готовы предоставить финансовую помощь в реализации какой-то инициативы. Но, опять-таки, они все разные, и у них разные направленности. Кто-то направлен на более патриотические, в патриотическом направлении, кто-то на общеобразовательные, кто-то на туристические. И на самом деле неопытному человеку сложно здесь разобраться. Для этого мы существуем, чтобы сказать, куда, когда, зачем и на сколько страниц, как говорится, оформить это. К примеру, то есть если у человека есть идея сделать вот какую-нибудь газету, угу, областного масштаба, вот он пишет бизнес-план или как, вот что ему нужно сделать, чтобы прийти и вы его услышали? На самом деле достаточно, вначале достаточно идеи. Достаточно идеи, если человек четко продумывает свою идею, как он будет это начинать, цель своего проекта, то есть для чего нужен этот проект, для чего, какую пользу он принесет общественности, каков будет результат, как человек его видит, да,
обладатель проекта этого, как он его видит, как он будет работать, сколько человек будет задействовано, что ему самое главное для этого нужно. Если у него есть достаточно полная картина этого всего, то мы просто оформляем это на бумаге. Мы пишем цель проекта, пишем задачи проекта, пишем смету проекта и ожидаем результат, что очень важно именно для международных организаций, каков же будет результат, на что же выделяются деньги. Если это все правильно и грамотно описать, то вопросов, в принципе, не возникает. У нас даже за последний год в Северодонецке реализованы, это те, которые мы знаем, а очень много мы же не знаем, реализовано очень много проектов, которые вот действуют сейчас, которые мы знаем, были реализованы именно вот по таким средствам за счет международных организаций. Это вот как раз, наверное, действует та пословица «не было бы счастья, да несчастье помогло». Такое количество международных доноров, которые обращают на нас внимание, да, сейчас, да, и зашли в нашу область, ну, я считаю, что не воспользоваться этим просто грех для осуществления своей собственной инициативы. Но в любом случае, первому встречному, естественно, как бы вы же не поможете. К примеру, может прийти 100 человек с интересными идеями. Mm-hmm. У вас работает специальная комиссия, вот, или вы коллегиально, вот, естественно, это решение как-то принимаете? Ну, на самом деле, да, это действительно принимается коллегиально. Совместно мы не действуем без наших старших партнеров управления молоди. Мы советуемся с ними, создаем комиссию по проектам. Вот недавно проходил именно конкурс проектов, которые будут реализовываться в следующем году, на 2016 год. Там было подано и одобрено более 8 проектов, которые действительно утвердились. Да, они утвердились, и я надеюсь, что все в порядке, они будут осуществлены и приведены в реальность. А с какими вот международными организациями, донорами, партнерами вы сотрудничаете? Мы сотрудничали, ну, больше всего, конечно же, мы сотрудничали с коллегами из ОБСЕ. Мы сотрудничали также с международной организацией UNDP. Вот. На самом деле их огромное количество. И, ну, вот эти два партнера наиболее часто нам помогали и шли нам навстречу, и, так сказать, у нас налажена с ними связь. То есть основной источник финансирования сейчас это вот выигрыш грантов, да? Да. Государственные какие-то помощи, вот государственная, да, финансовая, да. Какие-то меценаты есть у вас, вот, которые именно обращают на ваши мероприятия внимание, помогают реализовать их? Ну, на самом деле с этим сложнее. Стоит отдать должное, что раньше с этим было немножко проще, когда ситуация в стране и в регионе была более стабильная, к нам чаще шли навстречу и меценаты, и спонсоры. Сейчас с этим немножко сложнее. Собственно говоря, похвастаться тут нечем, и, ну, я надеюсь, что ситуация исправится. В следующем году немножко устоится ситуация, и я думаю, что мы вернемся к тому, что Найдутся люди, которые на, да, Луганщине вот готовы вкладывать деньги в развитие молодежных инициатив. Да. Скажите, вот напоследок уже, на окончание нашей передачи, чего ждать жителям области или же только северодончанам вот от вашего креативного состава, вот, от молодежного центра? Ну, я, конечно же, все секреты вам раскрывать не буду. Есть, как я уже говорила, есть региональная программа, которую мы в этом году насытили. Мы учли все минусы и плюсы этого года, как мы проводили. Это будут не только наши конкурсы, которые мы проводим из года в год, региональные. Будет огромное количество мероприятий, направленных на национально-патриотическое воспитание. Огромное количество мы запланировали туристических поездок, историко-образовательных мероприятий, которые будут проходить и у нас в области. И я надеюсь, что по всей Украине, потому что в этом году мы увидели, что огромное количество молодежи просто даже не были у нас в столице. И на самом деле, ну, по разным причинам, конечно же, и мне бы хотелось, чтобы вот они действительно на практике сами, еще раз повторю, сами сделали свой сознательный выбор, что наша Украина очень красивая, в ней есть на что посмотреть, в ней есть куда сходить, и знать историю своей страны, это на самом деле замечательно, и мы будем делать уклон именно на это.
Желаю вашему центру успехов вот в реализации, в организации всех вот этих вот творческих планов. Спасибо, что сегодня были у нас в студии. А нашим зрителям спасибо за внимание. Напоминаю, что тема дня сегодня стала работа Луганского областного центра поддержки молодежных инициатив и социальных исследований. У нас в студии была директор центра Инна Осипенко. До свидания. До свидания.